зачетный сигнал. В этом ролике вы увидите. Вот, чешуя не знаю кого. Сейчас немножечко ее. Тысячелион, бродяга. Так, специально для белого копателя мы нашли рай белого копателя. То есть поля, где можно ходить. Не битые. И копать. Да, не битые поля. Вуаля. Я не знаю, за сколько он... За год обойдет он. Метр в диаметре, как бы, чтобы и к машине прикрепить. Слушай, ну насколько тут видно? Здесь минимум километров на 5. Да не, побольше. Да, даже. Вон поля. Ему там хорошо копать. Прям копай не хочу. Да. Вон, виноградниках удобно. Между прям идешь, там земля как раз. Как раз между пашнями ходи там. Да, у нас уже дожди. Здесь жарко. Привет, друзья! С вами снова я, Белый Копатель, и вы смотрите Дневники Кладоискателя. Сегодня я, как и обещал, буду брать кладуху. Где-то на этом поле она точно есть, вернее даже не где-то, а приблизительно я знаю какая-то, знаю местность, где должен быть этот клад. Клад предположительно времен Николая или, может быть, чуть ранее Александра. Вот. Ну а сейчас в качестве небольшого вступительного слова хочу еще раз сказать всем спасибо, кто поздравлял меня с днем рождения, как словесно, так и материально. Вообще очень много приятных слов услышал, пожеланий, поздравлений. Всем спасибо. Такой активности я даже не ожидал от вас. От души спасибо. Особое спасибо тем, кто перечислил мне небольшую денежку и таким образом поздравил меня с днем рождения. Как и обещал, снимаю, что же я купил. А обзавелся я вот таким вот приятным пустячком. Приобрел я таки компас. Компас на карабинчике, удобный, в алюминиевом корпусе. И теперь я не буду плутать по лесу, а буду всегда знать свое направление. Спасибо, ребята, вам за такой подарок. Вот. Немножко хочу сказать, вот советуют купить GPS-возвращатель по лесу, но я не думаю, что это будет актуально, потому что, во-первых, все эти GPS-вещи, они на батарейках, на аккумуляторах, он может сесть, это раз. Потом в глухом лесу и в каких-то таких местностях GPS не ловит. Уже проверено мной на телефоне. Телефон, связи нет. GPS не ловит, связи нет, интернета нет. И невозможно вообще зацепиться. Не знаю, как поможет в этом GPS-возвращатель, если он тоже отключится, и вы также будете плутать. В пасмурный день, опять же говорю, солнца не будет видно. И хрен выйдешь из леса. Вот так вот. А компас, он задаст, во-первых, направление не только обратную сторону, но можно выбрать и куда ты идешь. То есть задать прямой пункт. Опять же, у GPS-возвращателя он возвращает только назад, к точке. А вперед он как бы вести не может, я так понимаю. Я хотя с ним не знаком, может, вы поправите в комментариях.
Вот поэтому компас, ребята, очень важен. Ну и смотрите мое предыдущее видео, там через несколько видео, про то, как ориентироваться по солнцу, тоже все-таки полезная вещь. Достаточно часов и солнце, если его видно. Но зачастую, говорю, в лесу его не видно. Поэтому, ребята, приобретите какой-нибудь компас, часы с компасом. Сейчас это, в принципе, не проблема, но он нужен в нашем деле. Сокращает время. Так, ну ладненько. Хожу я здесь, пытаюсь зацепиться. Мне надо просто зацепиться за железные сигналы, и тогда уже, как говорится, дело в шляпе. Правда, пашня еще не осела, и место довольно-таки большое, локализовать пока трудно, но буду искать. Вот, надеюсь, что-нибудь мне улыбнется. Вот, а пока искал, выпала чешуйка, зачетный сигнал. Вот такая вот чешуйка, князь великий, не знаю, Иван, наверное, Грозный, копейка. Судя по всему, вот всадник, голова его, всадник, плохо отчеканенная, загнутая чешуйка с копьем. В общем, копеечка Грозного, предположительно, если я не ошибаюсь. Вот такая конинка. Выскочил как алик в виде, по-моему, копейки Александра, типа того. Ну, медь здесь в трупном состоянии, стопроцентный как алик, но она вас, то есть она меня наталкивает на мысль о том, что где-то здесь это все проходило. Дорога, опять же, это, я думаю, не часть того клада, а простая потеряшка. Еще один фрагмент конины. Дам я ссылочку, что такое конина. Сделаю здесь вставочку. Но знаете, что в принципе любая часть вот со штырьками с одной стороны, с петелечкой вот такой висюлечкой, это все части, элементы конской упряжи и украшения, которым украшали будь то телеги, ну в общем гламурные фишки, фенечки такие, все это элементы конина называется у копателей. Всевозможные они бывают видов, размеров, есть блестящие, посеребренные, я не знаю, чем-то луженые, ну в общем все это конина, ребята. Очередная монетка. Монетка не очень нам интересная. Советы. 30-й год. Две копейки. Пуговица гирька. Обломанная. Медная. В предыдущем видео я вам рассказывал о предназначениях пуговиц. Это более поздняя. Она уже несла в себе только техническую цель. То есть скреплять одежду. Никаких знаков на нее уже не наносилось. Такая еще классическая конинка. Крепилась вот здесь ремешком. И носила чисто декоративный характер. Так, вот такая вот вещь. Товарная пломбочка попалась. Махонькая вот такая. Такая вот часть складня. Створки, скорее всего, вот здесь дырочка крепления. Вот.
такой вот складень был. Или это основная часть, а сюда к нему створочка крепилась. Возможно, это складень не принадлежал хозяину клада. По периоду подходит. Ну что, продолжаем поиски. Вот такая штучка. Сдается мне, что это шпора. Пришпоривать коней. Крепилась к ботинку. Через вот эту вот, к сапогу. Через вот это вот отверстие. И когда надо было пришпорить, таким вот ударом пяточкой, шипом подшпоривали лошадей. Такая вот вещь. Так, еще одна свежеподнятая монетка. Пятачок. Советы. Неплохой. Сохран. 30-й год тоже. Так, сейчас я ее немножечко натру об штанину. Вот такой вот пятачок. Смотрите, ребята, если состояние вообще шикарное у пятачка. Если вы нашли монетку на поле, не советую, конечно, вам ее тереть прямо вот так вот перчатками, особенно если серебряная. Пытаться поскорее узнать, какой год. Интересно, конечно, но если вы по краешку видите, что это серебро, лучше оставьте до дома, замочить там в воде и потом на шатырном спирте, чтобы отошло все, или в лимонной кислоте, или в уксусе, в растворе уксуса. Вот, тогда есть шанс, что вы не поцарапаете. А когда вы в поле вот так трете, мелкие вот эти песчинки, камушки оставляют сильные царапины. Так что не советую вам тереть находку, если вы ее нашли, и она какая-то особенно ценная, серебряная. Так, ну ладно, а этот пятачочек мы возьмем. Даже можно положить, ну, 30-й год нередкий, положить в альбомчик. Так, ладненько. Не дается пока клад. Но вспашка свежая, земля пышная, как бы бугристая. Сложно прочесать место. Приблизительно место я вычислил. Вот, по признакам. Вот, но взять его пока не удается. Возможно, попозже, когда здесь что-то засеют, земля осядет, хотя бы разбаранут, и уже еще раз я сюда обязательно наведаюсь. Ну и сейчас я еще не заканчиваю поиски. Поиски продолжаются. Авось и повезет еще и в этот раз мне. Еще одна обломанная пуговица, гирька. Медная. С круговым орнаментом. Такая вот. Еще вот такая вот половина пуговицы гирьки. В прошлый раз я тоже такую здесь находил. Еще одна гирька. Так, может быть, даже из оловяшки. Видите, в земле еще. Сейчас мы ее очистим. Так. Ага, из оловянистой. Бронза целенькая. Отлично. Сейчас я ее водичкой почищу. Видите, рисунок уже другой. Четырехконечная звезда и точечки. Вот такая вот. Немножко оловяшка какая-то с примесями. Пошла окислами обычно. Они не окисляются. Такой вот рисуночек, прикольная гирька. Опачки. Крестик. Судя по всему, целенький. Опа. Крестик самый распространенный.
мужской тип, женский тип – это лепесток у такого крестика, а это мужской тип. Ворон надо мной кружит, черный ворон, видимо, хозяин клада напускает своих слуг из загробного мира, не хочет отдавать он клад сегодня, по крайней мере, как в той песне «Черный ворон». Ну ничего. Крестом мне ничего не страшно. В общем, вот такая вот находочка. Целый крестик. Великолепно. Здесь дорога уже скоро в лес уйдет. Должен друг ко мне приехать. И попробуем мы с ним вместе походить по лесной части этой дороги. Так, еще какая-то монетка. В этот раз империя. Копеечка, судя по всему, Николая. Вот. Клад таких вот монет я здесь и ожидаю. Либо это часть ее, либо это просто потеряшка. Одна копейка. Сейчас я попробую чуть-чуть почистить. Копейка. Одна копейка. Вот такая вот еще конинка попалась. Сзади видите крепление. И даже какой-то рисунок в виде листика. Так, еще что-то. Монетка или что? Николай. Первый, судя по всему, по вензелю. Ага. Николай первый. Это какая-то типа 1/4 копейки или что-то типа того. Сейчас попробую ее потереть. Так, ну сильно лучше она не стала. Видим вензель Николай первый. И здесь у нас 1/4 копейки. 1840 какой-то год. Вот такая вот монеточка, даже более-менее выжила на наших полях. Так вот, друг ко мне присоединился. Сейчас мы вот в эту дорогу, лесную часть ее, попробуем по ней пройти. Может быть, даже без металлоискателя, просто вот так прогуляемся. Просека. Вот здесь вот просека видно, прям, ну, между елочками. Старая, то есть. Да, это как бы, ну, явно, что не советских времен, раньше. Думаешь, не советских, да? Мне кажется, раньше. А может, лет 50 назад? Ну, хрен его знает. Вот, может, кто-нибудь в комментариях там напишет. Ну, дорога эта, вот я тебе говорю, она здесь еще на этом, на Шуберте, 1800 как бы года. На Шуберте? И уходит реально вот в лес. Прям сюда она уходит. Ага, Шуберте. Ну да, может быть и правда. Ее как бы даже относительно она такая чистая, но в крапиве она там вся. Ладно, в общем, пойдем сейчас и поснимаем, что там будет, да? Да. Приключения. Вперед на поиск приключений. Давай, пойдем. Пошли. Позавчера я ходил по лесу. Где-то час, наверное, выходил. Солнца нет вообще. Не найти, да? Да. Хорошо, я вот сейчас. Компас у себя все приобрел. Причем солнце есть, но его не видно. Его вообще не видно. А за деревьями. Да, вот сейчас его как бы, да, вот в таком лесу вон оно. А в пасмурный день хрен ты, наверное, найдешь как бы. Не, а не в пасмурный. В непасмурный можно увидеть. Если вот голубое небо, ну даже в
таком вот, видишь, густом лесу все равно можно определить, где она. Mm-hmm. А вот в пасмурный день хрен что увидишь. Не увидишь солнце. Ну вот у нас тут дерево повалило, да? Mm-hmm. Я думаю, это снежный человек. Ну, в принципе, если бобров рядом нет, а бобры там где-то, а пруд далеко, ну, значит, точно снежный человек тоже ищет. Ну, ты видишь, как он прям отломал прямо. Грубо решил взять силы. Прям раз, и вон, видишь, еще один. Второй еще, да. На это он начал, размялся, левый. А на этом психанул. Психанул, да, уже. Ну, а как еще такое вековое дерево как бы завалится? Да, слушай. Причем именно не внизу, оно обычно, если ветром, оно с корнями как бы вываливается там, ну, да, сухое. А это прям сломано. Сломано. Снежный, да, человек. Да. Причем он высокий, то есть... Да, именно. Полтора-два метра только это место, значит, он метра три был. То есть. Да, да, это он вот так вот, нехотя так рукой махнул, и все, да. То есть плечо у него, значит, выше еще метра на два. Психанул. Психанул. Я тебя ждал специально, чтобы сюда не пойти одному. А, тут еще ворон надо мной летал, черный. Открывай. Черный ворон, да, открывай. С карабинчиком сейчас присоединимся, да, теперь мы и ты, сука, и я не заблудимся. 350. А мне главное советуют это, GPS-возвращатель купи. Не, я, конечно, понимаю, совет хороший, но если GPS не будет работать... Не, нужно механические универсальные средства всегда должны, да, быть. Да, да, да. Ни батареек. Да, все, вот. Он как бы по сути вечный, если все, да, правильно, да, да, работает. Если его только не разбить. А давай сравним с айфоном. У меня тоже в айфоне есть компас. А у тебя хрень. Мы тогда, по-моему, пробовали твой айфон. Да. Компас. Он, правда, такой, как бы, ну, немного витиеватый. Сейчас надо тут калибровать. Ну, айфон твой сядет. И останешься ты без, ну, компаса. Ну да, да, все правильно. А если еще включишь эту GPS-навигацию, то вообще. Ну и что? Да что, что, ни хрена ничего. Твой вообще. А, вот, никогда. Совпадает. Вот, видишь? Ага. Север-юг. Ну да. Да, параллельно. Красненькая стрелочка на айфоне и зелененькая N на этой штуке. Видишь? Норд. Норд. Да. Норд и север совпадают. То есть там у нас север. Да. Там у нас юг. Да. И, соответственно, по солнцу ты можешь понять, что солнце сейчас на юго-западе. Ага. Ну, то есть, если сейчас час, да, в принципе, оно должно быть практически на юге. Ну. А, давай, слушай, сейчас, подожди-ка, давай-ка вот так. Сейчас. Значит. Не, давай ему с компасом. Больше домеряю механики, чем автоматом. Солнце на юге, вот. Так, солнце, вот так, юг у нас там. Солнце, да, практически ровно на юге, ну, совсем чуть отклонено. И это время 13:22 сейчас. Где-то в районе часа, соответственно, ровно на юге. Значит, все правильно. Или в 12, или в час. На самом деле, там, от, в зависимости от часового, да, там, да, как часы переставляли, я уж сейчас не помню, то ли в 12, то ли в час оно на юге должно быть. Ну, в общем, работает. Ну, да? Заметку, да. Может быть, кому кто-то вдруг. А я делал такой этот. Делал, как по солнцу ориентироваться. Выкладывал видео. Да? А смотри, когда солнце будет на западе? Можешь сказать? На западе? На западе. Во сколько? Во сколько? Часа в три? А я знаю, нет. А 5? Солнце на западе будет, сейчас тебе скажу, каждый час проходит 15 градусов. Угу. А нам нужно 90 градусов пройти, чтобы оказаться на западе. Соответственно, 6 часов должно пройти. 12. Где-то в 6 будет на западе. Да. То есть, соответственно, это уже будет закат. А. То есть, соответственно, 12 часов плюс 6 это будет 18 часов. Ну, либо 19, если с часом мы считаем. Ну ладно. Вот. Пойдем. Побродим. Да, давай. Будет тут грибница чувствуется. Нет, грибница. Вкусная грибница. А вон еще этот. Ты заценил запах? Нет. А, свеженький, да? Даже ничего. Ну, он мне, конечно, не будет. Сожрем. Слушай, ну-ка, прикольный такой, он прям это. Вкусный. Да. О, даже звук. Смотри, даже звук.
Блин, как мясо. Нет, как зефир. Как зефир, да. Вот как зефир, да. Как мясо. Мясной зефир. Я просто жрать хочу с утра ушел. А, да, не ел ничего. Ну да, что, чаю попил. Так, вот у нас там просека, сейчас я засниму. Здесь либо вот это вот уже новое направление, а раньше, мне кажется, вот так вот шла. Здесь она более заросшая, а вот туда уходит... Сейчас я засниму. Вот, прям четко сохранилось до наших времен. А дальше? Туда, да? А дальше сворачивает это вряд ли, это вот современное. Мне кажется, она должна чесать прямо. Вот здесь вот где-то. Ага. Вот эти деревья уже, возможно, и выросли. И вот туда она уходит. Но это дерево будет расти, я не знаю, когда... Вот здесь вот она уходит. А вот это то, что ты говорил, вот это дерево выросшее. Двойное. Ну, да. Вот так вот направление. Тут копали кто-то. И вот что нашли. Кастрюлю. Вот ямка. Алюминиевая? Ямка. Алюминиевая, да, советская. Mm-hmm. Оп, прям четко входит. Может, она, кстати, не пустая. Да? Да, у меня мужик вот в группе писал, я сейчас такой случай тоже расскажу, кто не слышал. Это интересно будет. И сюда как будто идет тоже. Ну, в общем, ну, хрен его знает. Могли тут и так переходить дороги. Вот, кстати, отсюда известное направление. Это вот уже, возможно, более позднее. Вот это вот отсюда и вот туда напрямки. А вот это, мне кажется, наоборот. Вот это более старое, вот это более современное. А почему более современное? Вот потому что узкая, видишь, и как бы такая она может быть вообще кем-то там наезжена. Локальное значение. Локальное, да. Ну и вот, и он говорит это. Копал на месте деревни, откопал чугунок, залитый какой-то субстанцией, такой же, как камень, чугунок. А чугунок сам же звенит, чугунный, то есть он звенит черметом. И все, ну он его постучал, как бы это, отковырял эту, говорит, субстанцию. И отдал другу на анализ. И все, и ушел. И ему сказали, что это окаменелая каша. Да окаменелая, ладно. Да. Ну такая прям за это, за, задубевшая, да. Так прикол не в этом. А потом друг его, знакомый, туда приехал, говорит, этот чугунок, он его так на земле и оставил. Чугунок этот разбил, а там монеты под кашей. Благо чугунок никто не взял, да? Да. Чугунок, ну там места такие дикие. Ну вот. Да, никому. И сам факт, что, то есть он не стал его бить, а тот взял, разбил, а там монеты. Тот, который анализировал, да? Да. Тот... Не тот, который анализировал, а просто другой копатель. Это он отдал анализировать своему другому знакомому, а другой копатель, который без него поехал, взял, разбил этот чугунок, а там монеты. А как тот узнал первый? Он ему позвонил. Он говорит, позвонил я. Ну, позвонил, нашел монеты. Говорит, прикинь, я твой чугунок разбил, который ты не стал брать. Да? А там серебряные рубли. Да? Так что вот так. И так что и в этой вот алюминиевой вот мы мимо идем, а может быть там на дне под как бы. Каши. Все откопали вот грязью, а может там внутри пару рублей как бы. Вот. И это. Видимо, может кто-то спохватился, а там в попыхах как бы что-то кто-то... Кипиш какой-то подняли, деньги быстро в кашу, как бы. Ну да, да. Ну вот в быту, как бы, да. И все. И потом, что с этим человеком, неизвестно. Может, его убили. Дом сгорел. Ну, мало ли, да, умер там. Этот чугунок так и остался в каше. И никто и не достал его. Вон люди ходят. Слушай, ну а что ты думаешь, каша не сгнила бы? Ну не знаю, но он так сказал, что типа окаменелая каша. Сам он каша. Ну, в общем, вот такая вот история. Ладно, пойдем дальше. Может быть. Тихо. Мухомор точит. Блядь, выключи. А, куда? Вот этот орех жрет. Пришла. Вон. Смотри. Красава. Собаки ногут.
видит, да? Он думает, нас нету. Куда она делась? Я не вижу. Ну все, она просто туда чесала. Ну что, к нему? Да, да. Сейчас, зайдите. Алло, алло. Не успел. Рядом прям нашли на поле. Чайник с монетами. Блять, я на квикон надо еще запись нажать. Не нажал. А, ну ничего, ну так засними. Ну давай, да. Вот так. Чайник нашли, да? Да. Но без дна. Монет у меня нету. Пусто. Тихо, да, я увеличу. Переверни. Вот так вот. Сейчас я его. О! Да, сейчас. Пустой чайник, к сожалению. Но ничего, мы обязательно найдем клад в другой раз. Вот случай. Мужик здесь не так далеко нашел напаханное поле. Угу. Клад монет как раз в чайнике. Ага, в чайнике. Да, место я не буду палить название, но вот в чайнике. Говорит, нашел монеты. Это значит, что не советских такой, советских, да, советских, ну, не так далеко. Просто. Просто человек это как бы не кладоискатель мне рассказал, но типа вот его друг кладоискатель нашел монеты. Эти легенды передаются от поколения в поколение. Из уст в уст. Да. Природа. Мухоморцы с ними. О. Белочка его что-то не стала. Давайте подойдем. А мухомор такой прям эпично стоит, такой прям виден со всех сторон почти что. Мухомор – единственный гриб, который можно сырым есть. И он из ядовитых. Безвредный, да. Отварить, и он станет ядовитым. Махнешь, да. Мухоморчик. Прям так красиво стоять не хочется. Ты только смотри, с какой стороны гриба. Откусишь с одной стороны – подрастешь. С другой – уменьшишься. Гриба. С одной стороны чего, с другой стороны чего. Гриба. Вот такие у нас здесь замечательные леса. Слушай, это белочка, наверное, вот эта вот выгрызла, да? Вот эту вот часть, которая... Может быть. Дернула и подальше поскакала. Да. Он говорит, дает, как водка. Ну что, шарам дает. Дождемся, пока упадет белочка. Она ускакала. По шарам, она, да. Она даже на дерево уже не лезет, потому что знает, сейчас ее торкнет. Сейчас приход будет. Она такая сухопутная белочка. Сейчас ей вставит. Да, ну ладно. Че, пойдем ладно, дальше. Пойдем, мы там кругаля еще сделаем. Гребец. Ну что, у тебя есть малыш? Да, куда он нам один? Пускай растет. Да? Скоро даст. И будет тут больше грибов. Ну что, тогда надо метку ставить в GPS, что, мол, здесь был я, гриб под березой. Один. Один, да. А будет... Елочка маленькая и грибец спрятался, да, под елочкой. Под сосник. Они уже отходят, а тут надо вот туда ехать куда-нибудь. Там их много. Колодники. По своим грибным местам. Колодники, да? Да. Пускай стоит. Ух, тёленький такой. Махнешь, Маш? С мухоморчик тоже один, да. Ушатай. Давай, ушатай его. Ну, двумя. По этой, по старой подольской традиции. Ну ладно, рукой. Давай. Ты силен, бродяга. Качаешься, что ли? Много, да, вот это дерево. Дерево завалил зачем-то. Вандал. Во, кстати, поснимаю сейчас вниз ноги мои. У нас с товарищем раньше, лет 10 назад, была игра. Мы брали, ну, только не дерево, а трубу металлическую. Ага. И вот, ну, грубо говоря, такого же размера, в принципе, да, такого метра вполне хватает. Он встает, я встаю. И мы вот какими-то вот такими движениями пытаемся, кто первый кого сбросит. А-а-а. То есть трогать друг друга нельзя. А вот так вот делаешь, так, чик-чик, оп-оп. То есть на координации очень сильно развивает, на самом деле. Мы прям кайфовали по нему. Суровые. Да. Будни. Че, вот хочешь попробуй? Да не, спасибо. Я что-то сегодня находился уже. А вон то завалишь? Что? Вот тут стоячий. Давай, давай уж, вали все деревья теперь. Ты с корнями его сейчас выдержишь.
Ты сам как снежный человек. Дерево завалил. Как второе. Ну что, оцените это. Корни все поели, да, уже? Лайком или дизлайком? Грозным лайком. Лучше грозным лайком. Но это за два идет. Все равно оно бы упало же, да? И это же мы полезное дело сделали, правильно? Смотри, да. То есть корни сгрызли? Или кто-то сгнили они? Я вот сейчас не знаю. Да, но это... Просто надо убирать деревья. Не торопись. Деревья завалили, ничего не убрали. Не, а что, оно гниет? Это гниет, гриной, удобрение. Компост, да? Конечно. Ну ладно, будем мы держать путь на выход. Может быть, по пути еще завалим парочку деревьев. Все. Подписывайтесь. Куда? На канал. Вступайте в группу. Смотрите новые видео. Ставьте лайки. Все, на этом все. Всем пока. До новых встреч. Счастливо.